Здравствуйте. Команда Ростов, Павойко Алексей. Ну, игра как бы выдалась не очень слабая, как мы предполагали. Как бы в обоих сторонах были ошибки, контратаки. Вот. Ну, за счет как бы того, что собрались вроде бы, прижали мяч к земле, пошла игра, поймали свою игру. Ну, второй, третий мяч, я думаю, определил уже исход встречи. Ну и, конечно, в такую жару, конечно, на водопой пауза помогла. Ну и парочка замен решила, как бы. Сопернику спасибо за игру. Симпатичная команда, молодая вся, бегущая. Удачи им в следующих соревнованиях. Ну и до встречи. Спасибо, счастливо. Спасибо.